Ой, не знаю. Ладно, прости, сестёрша. Не знаю, не знаю. Дита Фонтис. А! Всем привет. Сегодня у меня в гостях супер гость Нина. Не моя корона. Я добавлю. Да. Если вы ее не знаете, хотя я сомневаюсь, что вы ее не знаете. Выключайте телевизор. Но если вдруг вы ее не знаете, я вам очень советую перейти на ее канал, посмотреть. Это замечательный человек, очень добрый, очень позитивный, очень классный. И я просто безумно рада, что ты предложила нам вот так вот собраться, сделать вот это вот все, что мы делаем. Сегодня мы будем делать фавориты, рассказывать. Мои фавориты вы, в принципе, знаете, потому что смотрите мои видео. А вот Нинины фавориты, для вас это будет что-то новенькое, такое, я думаю, интересное. И давай я тебе дам первое слово, рассказывай. Да. Хорошо, давай. Так, окей. Ну, очень приятно познакомиться, наверное, с тем, кто меня не видел, может быть, на канале Иры. Я начну, наверное, с лица, да, так что будет с лица, и пойдем потом дальше с кожи. Давайте так. Для начала это консилер Dior, который называется Dior Nude Concealer. Он увлажняющий, это очень классный увлажняющий консилер, который классно перекрывает. Это мой второй тюбик, мой любимый цвет, это первый айвори, слоновая кость. Извини, да. Я тебя перебью, я, по-моему, мы с тобой встречались сколько-то там лет назад, и у тебя он был. Потому да? что он реально офигенный, то есть я его очень люблю. Он, то есть можно не использовать так сильно прям крем вокруг глаз, да, перед тем, как ты носишь макияж, чтобы не переживать, что там что-то высушит. То есть он делает все как надо. И у него очень правильный цвет, он не сильно уходит в персиковый, в оранжевый, как, допустим, который перекрывает синяки, но в то же время он хорошо их реально перекрывает. Можно попробовать? Попробуйте, только не сильно много. Ну, дорого, дорого, я знаю. Dior, дорогая марка. Но я чуть-чуть вот так вот попробую. Он больше не вылазит. А, то есть у тебя там встроенный дозатор. О, видишь? Кстати, он такой плотненький. Он плотненький, в то же время увлажняющий. Вот мне прям очень вот нравится. Вот это меня, кстати, удивило, потому что вот зачастую они более легкие, такие флюидные. Да. Вот. Типа как флеши. Да, а вот это именно такая штука, на которой, ну, кажется, вроде дорогой, да, но в то же время ты тратишь деньги, но он именно делает то, что надо. И видишь, он совсем по чуть-чуть, вот по капельке выходит, и его надолго хватает. Да, поэтому это, в принципе, нельзя сказать, что это вы купите и там разоритесь на этом, да. Это как-то своеобразная тоже экономия, потому что это работает хорошо. Так, у меня тогда для лица то, что ты похвалила. Вчера мы были на Video People, и Нина спросила, что же у тебя за хайлайт. В общем-то, я еще не рассказывала на канале об этой палетке, это у меня новинки, но очень я ее полюбила. Это палетка Paula's Choice. В принципе, Paula's Choice известна как марка по уходу. И как раз-таки американская, марка... Да, это американская марка, и... Конкретно уход мне не подошел, я не знаю, может я не ту линейку выбрала себе, но он мне не подошел. А вот эта декоративная часть не так сильно известна, я вам покажу сейчас палетку, рассказываю. Но декоративная часть меня как раз таки удивила. Вот здесь вот этот вот бронзер, он идет как бронзер, но на мне он больше как скульптор выглядит. Он здесь кажется теплым, но когда наносишь, он становится более холодным, и именно такой вот как тень делает. Напоминает мне Багама Мама, или мне кажется. Да, и он такой темноватый, можешь посмотреть. Вот румяна, ну румяна я вообще как бы не сильно много использую, но вот эти очень пигментированные, там стоит вот так вот совсем чуть-чуть, еле-еле кисточкой туда зайти, можешь потестировать. Свои кисточки. Да, свои кисточкой, и оно сразу Синий такой цвет дает. Такой ягодный. Да, поэтому румяна, мне кажется, что я вообще не пользовалась, но я так еле-еле цыц, и все, мне этого хватает. Следующее, что я покажу, это будет, наверное, сразу два, да, у тебя был хайлайтер, у меня тоже будет две пудры. Давай. Это будет, во-первых, пудра, которая называется Bye Bye Pores от IT Cosmetics. Это очень классная пудра, у нее такая маленькая баночка. У нее внутри есть спонж. И ее лучше наносить именно спонжем, то есть вот такими вбивающими как бы движениями. Она выглядит как белая, так немножко молочного цвета, то есть она прозрачная считается. Но когда вы наносите ее вот этими вбивающими движениями, реально вот у вас просто и нету пор. Причем ее можно использовать и без тонального. Она идеально работает без тонального крема. Ее тут в принципе много как рассыпчатой, но все равно ее жалко, потому что она очень классно работает. Но если вы наносите ее кисточкой, она не работает вообще. Она не просто не работает вообще.
вы ее тупо вбиваете в поры, и она видно, что у вас куски какого-то чего-то белого в порах почему-то. А ты пробовала такую пудру наносить влажным спонжем? А, я думала об этом, что ты говоришь, типа запечатыванием или чем-то таким, запеканием, да? Ну нет, я побоялась, что этого будет слишком много на лице. Нет, поэтому... я имею в виду не прям запекание, вот запекание, а просто взять чуть-чуть, но на влажный спонж именно, а не на пуховку. Я все равно побоялась, что мне показалось, что он наберется слишком много, поэтому я все-таки не пробовала. Я тебе советую попробовать, потому что вот такие пудры, они просто вот под влажным спонжем, они тают просто. Вот они делают тот эффект, который надо, но они просто тают, и ее вообще не видно, как будто она исчезла просто, но в то же время эффект она сделала. Класс, спасибо, я попробую обязательно, интересно. Вот такой вот. И второй сразу покажу, это хайлайтер Лора Геллер. Мне повезло, потому что это двойной. Здесь сразу два хайлайтера Лора Геллер. И это один из очень популярных цветов, который называется French Vanilla. И второй цвет это Portofino. Но вот этот вот, это просто обалденный цвет. То есть он выглядит как пудра, он практически не блестит. Но когда... Он как Hourglass, наверное, да? Пробовала ты? Нет, не пробовала. Он, знаешь, его некоторые называют как бы усадочная пудра. То есть пудра для того, чтобы... фиксировать консилер вокруг глаз, она вот буквально едва-едва где-то там вот чуть-чуть переливает каким-то вот оттенком, как подсвечивает. Вот Hourglass, вот я люблю оттенок Dim Light, вот он очень похоже делает эффект, очень такой вот именно, она сглаженная, как будто вот от фотошопа, да-да-да, вот такой эффект. Вот это однушку я взяла, а я уже на своем канале много о ней рассказывала, это Makeup Geek, ты пробовала теперь Makeup Geek? Я вообще в последнее время влюбилась, я их сравнивала с тенями MAC однушками, еще там более дешевыми разными, но вот они меня реально впечатлили. Вот этот конкретный оттенок, это просто вот сугубо металл такой расплавленный, то есть они очень классные, вот они именно такой вот металлический. Мы именно показали, так мы друг другом смотрим и рассказываем, какие они классные. Да-да-да, это вообще классный оттенок, называется In The Spotlight, очень классный, вот они именно создают такой вот очень сильный металлик. Я вообще в восторге, мне, а я ворона, все, что блестит, это мне сразу нравится. Да, по нему видно, что он такой прям сразу металлический, как будто бы засаленный. Да-да-да, ты видно, там не будет, в фокусе не будет? А, оно только здесь фокус покажет. Да, оно такое вообще именно масляное, такая текстура у него очень классная. Ну и, конечно, палетку Lorac Pro Matte покажу вам. Я сейчас вообще в Киеве нахожусь на фестивале Видео Жара, Видео People, и я взяла с собой именно то, что как бы работает, то, что я хотела вот, чтобы делать какой-то определенный макияж и не парить себе мозги вообще вот тем, что будет оно держаться, не будет, как оно себя поведет. То есть вот это вот такая палетка, которая маленькая, вот ты ее взял, но в то же время тут есть все, вот просто вот все для того, чтобы сделать вот такой вот базовый. Бургунди именно... потрясающий. Да, цвет. Вот очень-очень классная палетка для тех, кто много путешествует. Зеленоглазый. И да, и для тех, кто в принципе как бы нужно вот собрать всю квинтэссенцию теней в одной какой-то маленькой палетке, вот это отличный выбор будет. Я покажу вам одни тени, которые для меня и тени, и база. Это Color Tattoo и их последний оттенок Creme de Rose 91. Это очень классный цвет, он очень универсальный. Если сравнивать с цветом матовый, кожи. Да, это? Да, он матовый. Он чуть-чуть светлее цвета кожи, и он такой бежево-розовый. Просто потрясающий. То есть, если можно его использовать, ну, нет, под глаза как консилер точно нет, но как базу под тени точно да. То есть, если есть какие-то, ну, вот как сосудики видно, да, вот на верхнем веке, вот он перекроет, сделает такой равномерным тоном, да-да-да, матовым, и, соответственно, на него будут очень хорошо ложиться другие тени. Но, и даже если сверху не накладывать ничего, он тоже хорошо держится, он не скатывается никуда, оно застывает, и, ну, то есть, нет этой проблемы, как, типа, с консилером или с какими-то некачественными тенями, которые залезают там где-то в складки и морщинки. Вот я пользуюсь MAC Paint Pot'ами, и вот этот тоже очень сравнивали, классный. Сравнивали, да, кстати, некоторые, что похоже на MAC Paint Pot. Цвет очень классный, да. Я покажу вам тональную основу, которую я сейчас очень люблю, ты наверняка с ней знакома. Да. Color Me 2HB. Я вот с того момента, когда мы были еще давным-давно на презентации Color Me, вот с этого момента я ее вот обожаю. Она у меня иногда стоит, и я там что-то новенькое куплю или обозреваю, и вот она как-то у меня такая затерянная в моей коллекции, а потом я ее беру назад, и она опять возвращается, моя эта любовь бешеная. Сейчас у меня оттенок 3, уже, кстати, почти закончилась.
очень-очень классная тональная основа, максимально как-то она натурально ложится, на мне неплохо держится, вот сейчас вот после целого дня видеожары, ну, в принципе, так еще сносно выглядит, мне кажется, макияж с ней очень-очень классно. Для нормальной кожи, для кожи, наверное, скорее склонной к сухости, не сухой, а склонной к сухости, отлично подойдет, но не для жирной комбинированной, это точно. А тогда, раз пошла тема про пудры, я покажу, точнее, пару про тональный, покажу кисточку, которая у меня в фаворите сейчас. Кисточка просто купила на китайском сайте, но она очень прикольная, у нее такой короткий, очень плотный ворс, и он офигенно разносит тональную основу. То есть мне она очень понравилась. И я, когда увидела это, ну, на сайте, такие были ужасные про нее отзывы. Что она там вся вылазит, что ее невозможно мыть. И ты решила ее купить, да? А я думала, боже, но она такая прикольная, надо ее взять, она такая толстенькая. Тебе стало ее жалко, да? Мне стало ее жалко, я ее купила. Я вам рассказываю, она ко мне приехала в разобранном виде, отдельно ручка, отдельно кисточка. Я это склеила, но, слава богу, из нее не вылазит. Поэтому сейчас это у меня фаворит, кисточка. У меня есть еще один тональный крем, но этот конкретно для ног. Сейчас он тоже у меня на ногах. Покажи ноги. Ноги я не покажу, к сожалению, но ты будешь судьей, скажем так, потому что у меня ноги вообще, в принципе, ну, как бы, такая неоднородная, скажем так, такая, как... У меня ноги вообще, мы такие смотрим, ноги там не заканчиваются, такие длинные, ноги вообще в шоке. Нет, ну, все-таки заканчиваются, не такой я уже и гигант, но тем не менее, у меня есть и сосудистая сеточка тоже некрасивая, и пигментные пятна кое-где есть, но... Не рассказывай, никому никто не заметит. Ну, вот не заметят конкретно из-за вот этого, потому что вот этот тональный крем для ног очень классный. Вообще, летом это незаменимая штука для меня, потому что наносишь, и вот ходишь целый день в коротких юбках, шортах, и ноги выглядят просто идеально. Вообще, очень мне понравилось. Фаберлик... Жидкие колготки, да? Да, жидкие колготки. А, и каждый раз тоже забываю сказать, что он еще имеет такой эффект, именно как крем, такой вот с охлаждающим эффектом, и вот для как усталых ног, знаешь, вот эти крема, да. И наносишь, и очень так приятно, он длится недолго, но все равно приятный бонус. Прикольно, да. А следующее, что я покажу, это лайнер для глаз, он как офигенный. Как там сердечки делаются. Да, у меня как-то квадратное, я не знаю, я не умею, я плохое сердечко делал. От Kat Von D, это тулайнер, он обалденный. Мало того, что он обалденный как сам по себе тату-лайнер, он еще и обалденная у него кисточка. Кисточка, да. Она как будто бы из мельчайших таких ворсинок искусственных, которые сходятся в очень тоненький кончик и рисуют, ну просто я не знаю, это что можно рисовать. От самой толстой до вот тонюсенькой. То есть... Ну, Kat Von D, по-моему, она и говорила, что у нее это тату, вернее, у нее эта подводка ассоциируется именно с пером вот как мастера. Вот как она как мастер тату, вот она делает. И у нее вот именно вот, что она может делать и самые тонкие линии, и потом тушевать, и делать там, например, более толстые. Да-да-да. Вот. И это ее вдохновило. Но я тебе уже сказала, очень-очень серьезный аналог есть японский от Dolly Wing. Абсолютно точно такая же кисточка, точно такая же насыщенность. И очень классная. Это я тебе советую, попробуй. Очень классная. Обязательно. Этот фаворит у меня появился недавно, потому что вот буквально перед тем, как я поехала сюда на фестиваль, да, пришел огромный просто такой бокс с косметикой Gauche, и вот я сразу взяла, потому что... Почему я взяла? Сейчас объясню, кстати, предысторию. Я недавно узнала от драг, в общем-то, одного визажиста... Драг-дилера? Нет, не драг-дилера, а травести, знаешь, травести-шоу, ну, в общем-то, короче, от драг... Как мейкап-артиста такого, я узнала, что вот в таких вот упаковках делают только стойкие карандаши, да. Потому что конкретно вот это черное пластиковое... Я когда его увидела, знаешь, чем ассоциация у меня сразу была? С Make Up Forever аквалинией, согласись? И он говорил, что конкретно вот эта упаковка, вот эта черная такая пластиковая штука, она очень хорошо держит именно вот эти стойкие текстуры, поэтому... Они не, типа не распадаются, не рассыпаются, поэтому интересно. Если вы видите вот в такой вот черной упаковке карандаш, это значит, он 100% стойкий. И я решила проверить.
Как это... полезно с тобой видео снять, я же столько всего узнала нового. И я вот решила это проверить. Он наносится очень легко, очень классно, очень мягкий, скользит буквально вот моментально и растушевывается тоже. Есть время его растушевать, и потом он застывает и держится очень долго, действительно. Реально, мы целый день ходим по этому фестивалю, общаемся, фоткаемся, и вот я прихожу, у меня там тон уже плывет, я не знаю, тени плывут, а этот карандаш ему вообще хоть бы хны. Ну, куда уплыл тон? У меня последний фаворит, это помада Revlon матовая, но она не в стике матовая, как у них такой, как помада-карандаш, парадомонобадаш, а вот такая она. Она обалденная, она сейчас у меня на губах. Очень красивая. Да, она пахнет классно. И она стойкая, очень стойкая. И при этом, в отличие от их помад-карандаш, она более матовая выглядит на губах. И, ну, очень просто обалденный цвет, если вы его увидите, он называется, фиг знает как. Не сушат губы? Вот, он называется 630 HD Seduction. Ну, вообще, честно говоря, мне вообще мало что сушит губы, поэтому, наверное, я как-то плохой вам рекомендатель в плане сушит или не сушит. Не, конечно, были какие-то сушит-губы, когда реально там сняла, как салка, знаешь, все в чешуе. А это, ну, можно сказать, что не так. Но хотя, я может, заграничных бьюти-блогеров очень много слышала, что эту марку хвалят, но у нас она пока еще нету, да. Ну, именно вот этой серии нет. Ну, это все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши фавориты. Вы многое узнали с фаворитов Нины. Опять-таки напомню, пожалуйста, перейдите на ее страничку, я оставлю ссылку внизу. Потому что, ну, действительно, очень такой хороший, позитивный, приятный человек. Я думаю, вы не разочаруетесь, если вы вдруг еще не подписаны. А на этом я с вами прощаюсь. Да, Нина спасибо, тоже. Да, я тоже рада была. И, кстати, у нее на канале будет тоже наше совместное видео. Опять-таки ссылку... Как это делается? Ссылку я опять-таки оставлю внизу. И мы с вами прощаемся и встретимся у нее на канале. Пока!